Всем привет! Мы начинаем новую игру. Это Сома. Сома, по-моему, была игра из рекомендаций. И даже не, по-моему, была. Это вот это я помню. Так, и мы сейчас начнем. Я пока ничего не узнавал, что это за игра. Я знаю только, что это хоррор вроде как. Потому что когда я скачивал русификатор, там было это написано. Вот, по сути, все. Все, что я знаю. Здесь есть русская озвучка, так что я не могу не читать. Я могу расслабиться наконец-то. А что наконец-то? У нас Хитман я читал. Кенни я не читал ничего, я просто смотрел. Это было хорошо, да. Так, да. В основном читать приходится. Здесь же не нужно будет читать. И плюс ко всему, сегодня серия 30-минутная. То есть она маленькая, первая, потому что вот такие дела. Погнали играть. Что? В смысле, я же играть нажал, нет? А, это вон что. Новая игра. Режим игры обычный. Чудовища могут вас убить, прячься от них безопасный. А, ну обычно-то еще смысл. Ну, да. Пока не узнавал. Что да как? Реальность-то то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Саймон, все хорошо? У тебя, кажется, кровь идет. А, нет, ничего страшного. Просто из мозга все время кровь идет после аварии. Нормально. Вот, возьми. Нет, это на потом для сканирования. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, пожалуйста, не переживай. Нет, нет, я совсем про другое. Почему сейчас? Кто такой Дэвид Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? Так, авария, да? Боже. Вообще ни хера не понял диалог это. Что это было? Так, на телефон. Ой, бля. Да, я встал. Здравствуйте, Саймон Джаред? Да, это я. Меня зовут Дэвид Мунши, мы договаривались... Сканирование? Да, помню. Все хорошо? Да, да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча в силе? Да, я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер. Так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, он где-то рядом. Отлично. Тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. 9:21, нихера ты спать. 9:21. Какой интересный эффект, кстати. Он, короче, знаете что? Телефон держит, а головой можно вращать в отделе от него. Если только слишком далеко, тогда да. Куда же я положил маркер? Маркер. Как я могу выпить его? Это же маркер. Уронил это. Ну же, радиоактивный маркер. Где же ты? Какой? Саймон, привет. Это Джесси. На этих выходных работаешь? Кажется, у тебя были какие-то планы. На этой неделе, да? Или на следующей? Короче, ты там на почту мне напиши или еще как. Давай, пока, скучаю. Сообщения закончились. Да, у него память, как у аквариумной рыбки. Я ведь даже ему письмо отправил, да? Что за маркер радиоактивный? Широко известно, как одна из наиболее полных и доступных работ по анатомии человека, человеческого мозга, его функциями и нашим восприятием сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела, почему мозг не компьютер и множество других интересных фактов, которые кружат вам голову. Это издание также получает две новые главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах нашей жизни. Какой еще маркер? Так, надо растение полить, наверное. Я понял, это амнезия ставил.
Мощная отдача. Ответный удар. Вообще-то. Джо Хьюг — коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге. Однажды его жизнь круто меняется, он встречает Эмбер, таинственную иностранку, которая держит в плену триада Золотого Дракона. Приготовиться к запрещенному... Ну... Типа, понятно. Да, телевизор, у меня теперь голова болит еще сильнее. Спасибо, мозг. Ясно. Это маркер. Это какое-то название чего? Вот это маркер? Как он должен выглядеть вообще? Бред, маркер. Вау. Зачем я это сказал? Туалет зашел, вау. Так. Это тюбик, это не... Вот это маркер? Это щипчики. Какой еще маркер? Это закрывать надо. Это вонять так, это слишком большая корзина, у меня маленький тазик только. Ой, тряпки, ой, они из ведра вывалились. А, у меня из башки кровь идет, да? Здесь маркера нет. Как он выглядит-то? Скоро лето. Надеюсь, она будет хорошим. Я тоже. Красивый большой степер. Пицца. Как должен выглядеть маркер? Вот это маркер, это флешка. Ну-ка. Объективы. Блин, грязь какая-то повсюду. Как маркер выглядит? Именно тот, который они имеют в виду. Потому что тот, который я имею в виду, он так точно не выглядит. Может, здесь где-то? Фига у него объективу. Что это пакеты? Виды кино. Он что-то типа изучает по поводу фильмов, да? Типа... Вот она. Вот это маркер? Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. И что дальше? Работать? Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Пейс или Расе в Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш, Дэвид Мунши. Я рада слышать, что главная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечение будет продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полости, чтобы не создать избыточное внутричерепное давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я выписал вам паразозин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Искренне ваш, доктор Эпик. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я напоминаю, что завтра иду к доктору. Отправить. А.
То есть смены на работе не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком. Хватит о них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полке, где люди их видят. Удачи, Антипа. Надеюсь, не поздно. Поскольку ты, наверное, уже забыл. Ну, типа, отправили, ладно. Это все, что есть у меня в компьютере? Я почту только могу смотреть? Ну, а как закрыть-то ее? А, это значит будет стелза, да? Чует. Выздоравливай скорее, люблю, мама. Хорошо. Я хотел окно открыть. И что мне делать-то? Дальше-то? Типа, наверное, надо уходить или покушать. Сплошной фастфуд. Надо что-то получше купить на обратной дороге. Вот, значит, надо уходить будет. Ладно. Что это такое? Ага. Она не включается. Значит, мне не надо есть, окей. Омерзительный свет. О, нифига, мистер деловой человек. Все к бесу. Задница консерваторская. Все развалил. Ужас, какой вагон страшный. Да завали ты ебать! Вокруг одна ложь, сплошная ложь. Джесси. Привет, Саймон. Письмо получил. Удачи тебе. Все нормально, не беспокойся. Спасибо. Я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо. Мне Мэтт и Крис помогают. Мэтт из СНН? А, ты еще не знаешь? Он переходит на полный день в отдел комиксов. Это место Эшли. Да. Ну, понимаешь. Да, все нормально. Не оставлять же теперь отдел без продавца, она... все равно не вернется. Что ж, удачи. Надеюсь, а, ну погибло, получается. С твоим, ну, умиранием. Умиранием? Умиранием? Капец, ты подбодрил. Ну что тут сказать? Давай, Джесси, до встречи. Не сожги там все без меня. Все, давай, друг. Я взломал систему. Взломал ее. Бомжевать типа стал, поэтому взломал? Давно я в ходилки такие не играл, просто в бродилки-ходилки, да? Хоррорские. Да почему ты там как в жопе темно-то? Доктор Мунши? А где все? Я думал, тут будет много людей. Переезд какой, судя по мебели. Хотя... опрокинуто вообще все. Прикольно. У нас есть несколько часов, Саймон. Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь?
привет, Пол, я поговорю с Ритм насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах. А если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно, это я. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Бэем, чтобы он вступился за наш проект. И у меня, наконец, соединились с какой-то шишкой из юридического отдела Ритма, которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Записку. Блин, думал, ты лицо. А на дереве так еще было, вот как-то. Вот так вот, это было стрёмно. О, я могу залезть, прикол. Как уборщик, блин, себя веду. Пришел такой, что-то делаю. Это странно. Угу, мне нужна записка, получается. Я же туда пришел, да? Ну да. Дэвид Мунши. Позвоню-ка я Мунши. Отлично, и телефон выключил. Ладно, я разберусь. Чё ты разберешь, ты ж к нему пришел. Листочек или записку, да? Вообще надо дырочки сделать, чтобы так провода не валялись. Это бред полный. Надо вот дырочки сделать в столе, туда провода запихать, и они выводятся вот сюда. То есть провод под полом. Вот такие вот дела. А где мне записку искать вообще в целом? Чуть не застрял. Из какого-то каналия была, по-моему. Может, по телефону что-то есть? Погоди. Нету. Там что-то есть. А если уйти просто? Да уйди ты, что ли, ты задолбалась, я тебя в окно выкину. Я прыгать умею, окей. Так, не сдаваться. С двух сторон дверь закрыли. Так, это странно. Не вся мебель двигается еще вдобавок. Это прибито гвоздями буквально. Я даже не знаю, что с этим делать. Бумажек никаких не вижу. Там стаканчики просто. Ага. Мне интересно, вода будет на него заливаться? Да блин. Не, не работает.
Доктор Мунши, вы меня слышите? Эй! Ладно, мне нужен код. Но есть про код. Только я не могу бумажку найти. А! Точно. Уберите скальпель, мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью, просто типа... Ну давай, ладно. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травмы, даже залечивать их. Объявляет Пол Берг, аспирант нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеются исправить Берг и его коллега Дэвид Мунши, изучая кибернетику. Главное — заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами, тренировками, терапией и курсом приема слабых лекарств. Но Мунши и Берг не пытаются найти панацею. Их главная цель — найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они начинают с обследования больного и составляют так называемые нейрограммы на кардимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мунши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление развития мозга. Типа, куда создаются нейроклетки? Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах. Но создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунши могут испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. Мы можем сымитировать передозировку болеутоляющими во время марафона, говорит Берг. Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе сотню неудач в лечении, но 101 способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляцией. Можно будет использовать в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории PACE. Я буду PACE читать. Руководство, которое пообещало выделить исследовательское оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку — большая удача, говорит Берг. Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе. Флешка есть. Ну, наверное, нет. Вот здесь, наверное, где-то. 2501, что ли? Что это за... Мне вот интересно, нахера он сюда прется, если тут никого нет? Туманность муравей. А, да, я знаю такую. Прикольную. Ну, типа, видите, как будто тут ножка, тут ножка, тут ножка, тут ножка. Это как будто тельце. Прикольно. Везде как в жопе-то. А кто-то материнку вынул. Тут, по-моему, CMD зависла. Точнее, не зависла, она просто выполняет какой-то цикл бесконечный. Это так не должно быть. Там ничего нет. О, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я не слышал, как вы зашли. Там Энджары, да? Так, доктор Мунши? Доктор Мунши. Пока что просто мистер Мунши. Я работаю над этим. И сегодня вы мне в этом поможете. Это часть вашей диссертации? Да, совместное исследование. Мое и моего коллеги Пола Берга. Мы хотим создать неинвазивный метод реконструкции мозга, чтобы помочь таким, как вы. Кстати, вы выпили маркер? Да, да, выпил. Отлично. Начнем, как вы будете готовы.
Я понял, что такое маркер. Он, короче, в мозг вступает, и можно, типа, таким образом исследовать что-то. А чё он телефон не брал? Чё вопрос-то не задал? Мне кажется, это странным. Так, давайте сразу разберемся с формальностями. Вы Саймон Джаред, правильно? Да. Торонто, Канада, Дэвид Монше. Родились 16 июля 88-го? Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, все в порядке. Это больно? Это просто сканирование. Все равно, что сфотографироваться. Индейцы считали, что фотокамеры крадут души. Заебись, ты в тему сказал. Я надеюсь, что они ошибались. Вообще в тему. Скажите, сыр... Что случилось? Эй! Мистер Мунши, что-то пошло не так? Ну, походу, у тебя мозг глюканул. Это не смешно! Вот это темнота. Я же не должен, волна... Да где я вообще? Как я сюда попал? По служебной консоли. Ага. Я бы оделся на всякий случай. Такой омни-инструмент, блин. 3 минуты осталось. Опа, здрасте. Это что такое? По-моему, он что-то глюканул в мозгу у него. Помни инструмент. Может, вот это что-то еще? Не, он вырублен. Это не открывается. Мы, по сути, прелюдию прошли. Так, понимаете, предметы, которые важные, не подсвечиваются, походу, да? Почти SCP. На, посчитай. Я не знаю, где искать то, что тебе нужно. А как? А, сохраните, выйти, все. Целый и невредимый. Только надо убедиться, что энергии хватит и не придется идти назад.
Поняла. Увидимся в лагере. Как я это сделал? Они не могут открывать двери. Окей. Кто бы это ни были. Так, у нас тут еще два человека. Там два костюма, по-моему, не хватало, или сколько там не было. По-моему, два как раз. Дом — это состояние души. В принципе, логично. Пар, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Чем больше запечатаешь, тем лучше. Ни к чему рисковать. Давайте там закончим. Поняла. Ты фабрику отцепил? Да, большую часть закрыл. Иду закрывать центр связи. Только не забудь оставить путь отхода. Вея, ты попадешь на это целый и невредимый. Только надо убедиться, что энергии хватит. И не придется идти назад. Поняла. Увидимся в лагере. На этом мы закончим. Такая вот первая серия, такая вводная, можно сказать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там и скриншоты, обзор саундтрека кину, как обычно. Всем спасибо и всем пока.